Первый театральный сезон театра Деда Мороза стартовал ровно год назад с премьеры спектакля «Морозка», который впоследствии стал самой популярной постановкой театра. Дебютный сезон выдался очень плодотворным. Поставлено 6 спектаклей, за год «Устюжане» посетили более 10 городов и получили массу положительных отзывов. Новый театральный сезон должен по-настоящему восхитить «Устюжан». На сцене театра первые зрители увидели настоящую драму по Чехову. Если мы вот первый свой театральный сезон открыли в прошлом году, примерно в это же время, спектаклем «Морозка» для семейного просмотра, то этот театральный сезон мы открываем спектаклем драматическим, таким очень жизненным, таким эмоциональным, трогательным. «Три сестры» — это Чехов, это классика, это этот материал, он ставится вообще по всему миру, один из самых известных, вот это «Три сестры». Вот, и мы, в общем, вот решили поставить у нас, на нашей сцене. Современное прочтение классического произведения с первых же актов удивляет декорациями и визуалом. Героини живут в мире грез, но без решительных действий любая мечта подобна мыльному пузырю, который обязательно лопнет. Многочисленные шары подчеркивают эти настроения. Дебютная постановка сезона стала и дебютом для актрисы Валерии Янполь в «Великом Устюге». Я буду играть роль Наташи. Это жена Андрея, брата сестер. Волнение, конечно, присутствует. Роль для меня показалось сначала сложной, и я верю, что я с ней справлюсь, что сегодня все пройдет замечательно. Премьера «Трех сестер» состоялась 6 сентября, а уже 7-го состоится еще одна премьера – спектакль по пьесе Федора Достоевского «Кроткая». Драматический сюжет вращается вокруг отношений между мужчиной и женщиной, которые сталкиваются с жестокостью и недопониманием. Сезон начался, и театр Деда Мороза ожидает своего зрителя. Не пропустите! Степан Крыжановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».